Вот продолжение разговора про классы. А, нет, я обещал тут еще разбор домашних заданий. Правда, домашние задания были очень простые, да? Это были домашние задания про обычные классы, и я не помню, чтобы тут было что-то совсем сложное. Нет, это было просто задание на моделирование. И это задание просто, тут даже класс не надо было писать, надо было просто dir и либо getter, либо eval от соответствующего механизма. Вот. Ага, здесь надо было определить, можно было ходить к полю класса, например. Вот тут. Интересно, как я это сделал. Ну, а здесь это опять было чистое упражнение. Идея состояла в том, что в практической реализации доктайпинг, да, что у вас есть два совершенно независимых друг от друга класса, тем не менее методы одного применимы к методу другого просто по факту того, что там есть все... Там есть все нужные методы, вот и все, и нужные поля. Вот. Сейчас я посмотрю про задачку Shared Brain. По-моему, там был просто поле класса. Ну-ка. Если оно у меня есть тут? Есть. Ага. Как видите, вот и вся задачка. Помните там, значит, что было? Мы можем создавать сколько угодно объектов, вызывать их, естественно, не параллельно, а последовательно, потому что иначе будет проблема. Ну, Python в этом смысле, пока вы специально не сказали, язык последовательный. И счетчик... предусмотреть, который считает все вызовы метода клик на всех объектах. Ну, как видите, это просто поле класса, которое ссылается на модифицируемый объект списка из одного элемента. И вот этот самый один элемент мы и активно перебиваем. Вот и все. Все решение. Ладно, давайте лучше вернемся тогда к сегодняшней теме. Да. Значит, мы в прошлый раз обсудили перегрузку. Я надавал кучу всяких смешных заданий на перегрузку операций. Вот. А не успели обсудить наследование. На самом деле, в некоторых языках программирования, например, в Java, вообще нет множественного наследования. Вот. Есть только прямое наследование, которое выглядит так. Вы определяете один класс, сейчас там, не знаю, определяете один класс, ну и определяете там поле какое-нибудь, не знаю, там, да, и определяете какой-нибудь метод. Ну, допустим. Что там? Self.var. Меняется val. Ну, давайте еще определим для красоты string. Чтобы было красиво, да? Ну, не знаю, там, в чем-нибудь таком странненьком, как обычно. Как-то так, только var. Да? Вот. Класс себе и класс. Мы можем вполне с ним работать. Ну, допустим, c равняется c. Да, print c. Это мы все в прошлый раз
У нас это было. Вот. Результат работы, естественно, 123. Ну так вот, наследование состоит в том, чтобы воспользоваться описанием предыдущего объекта для конструирования следующего объекта. С точки зрения модели классовой, когда у нас классы и экземпляры класса, наследование означает наследование именно описания класса. Вот. Ну, потому что есть другие способы организации наследования. В данном случае мы работаем в модели класс-экземпляр. Значит, мы можем взять что-нибудь такое D от C и получить новый класс. Ну, давайте попробуем здесь вот type от C. А здесь написать D равняется D от C. Вот, который будет состоять из тех же самых, из тех же самых полей, что и класс обычный. Вот, упс. Что я сделал не так? А, да, это здесь я ошибся. Все, спасибо. Вот так надо было написать. Ну вот, все правильно. Значит, то есть наоборот, конечно, вот так надо было написать. Какого они класса, да? Да, во. Смотрите, все довольно очевидно. Это два разных класса. Вот. При этом один является подклассом другого. Ну, давайте здесь напишем. По-моему, это называется из сабкласс. Давайте попробуем у питона спросить. Питон, вернись. А, его тут нету. О, есть такой метод. Отлично. Значит, сабкласс. Да что ж такое? Тороплюсь. Что, является ли C сабклассом D? Является ли D сабклассом C? Ну, вот один из них, по идее, должен являться. Вот, естественно, родительский, естественно, что дочерний класс является подклассом родительского. Вот. Это значит, что в процессе наследования питон отслеживает, кто от кого породился. Вот. И, в принципе, вы можете на основании этого... Давайте мы еще класс E определим, чтобы было понятно. Нет, давайте определим класс D с половиной, класс S от C. А D пас. А D унаследуем от S от этого. Ничего не изменится. По-моему. Да, у нас будет дерево классов, да, ничего не изменилось. У нас будет дерево классов из трех, да, класс C, из него порожден класс S, из него порожден класс D. Они все совершенно одинаковые, у них у всех одинаковые поля. Давайте посмотрим еще и поля. Кстати, я тут, знаете, что обнаружил? Довольно удобно запускать idle 3. Ну, idle, собственно. Это написанный самим Гвидо редактор, совмещенный с интерпретатором. Вот. Потому что... Сейчас покажу, почему. Потому что, когда вы запускаете вашу написанную в idle программу, она запускается как модуль. Вот. И фактически вы можете ее выполнить, а потом поработать с теми объектами, которые вы породили. Вот. Я раньше этого не делал, потому что два окна на экране, когда я здесь 800 на 600 было разрешение, просто не влезало. Ну а теперь вроде бы мы передоговорились, что будет разрешение более, ну, побольше. И сейчас давайте мы его туда скопируем. А, просто откроем. Сейчас, ls минус lt минус t. Нет, tr. Вот, вот этот файл откроем. О! Да?
Смотрите, мы берем, запускаем вот эту штуку. Ну вот она нам выполнилась в соседнем окошке. И теперь у нас все эти объекты тут есть, видите? Ими можно прямо тут, их можно тут прямо потестить. Вот, довольно удобная вещь. Этот редактор. Вот. И мы прям можем сказать, там, ну, не знаю, dir от, допустим, d. И нам все покажут. Немножко ширина такая неправильная, но в остальном, видите, вот есть var. Обратите внимание, есть поле var, да? Откуда оно взялось? Откуда взялось поле var в объекте d, который типа d, который есть подкласс класса s, который есть подкласс класса c? Оттуда, что когда объект создается, вызывается метод бла-бла и нет бла-бла, вызывается и конструктор. Класс D и класс S не определяют собственных конструкторов, зато определяется собственный конструктор в классе C. И вот он-то и выполняется. Как вы думаете, что ему передается в качестве параметра self? Указатель на тот объект, который сейчас создается. Какого типа этот объект? Вот когда мы делаем вот так, какого типа объект? Вот этот. Он типа D, да. Так вот, вот сюда приедет объект, вот этот self, типа D. Вот. Давайте мы здесь напишем, поступим хитрее. Вот здесь вот переопределим str, def, берем этот пас, и переопределим str, чтобы он писал еще и тип. Ой, что это было? Вот. Dev, это не то было. Dev, бла-бла, str, бла-бла, от self. Причем, преопределим его хитрым образом. Мы вызовем предыдущий str. S равняется c.str. Dense. А, и можно так, str, вот, нет, именно так, c.str от self. То есть вызовем работу метода str родительского класса. Здесь можно получать свое слово супер, если не ошибаюсь. Сейчас мы с этим супером разберемся. Вот. Ну и return, допустим, сейчас вот так, двоеточие вот так. И здесь точка формат. О, кстати, нам не обязательно, можно было прям так, ну хорошо, напишу s, запятая, и type от self. Вот, смотрите, что теперь получится, если я не ошибся? Давайте заведем еще что-нибудь типа класса s. Так, я где-то скобку не закрыл, ищите. А что он тут делает вообще? Вот, спасибо. Тот, я смотрю, у меня там с табуляциями какая-то ерундистика. Ну, давайте еще заведем элемент S, класса S. Вот здесь вот print S. Вот. И давайте все это, все попробуем со всем этим взлететь. О, смотрите. Элемент типа S, у него перебит str, теперь он говорит, что я типа S, да, у элемента типа str, вот сейчас мы это уберем, чтобы было виднее. Давайте еще разок. У элемента типа, типа C такой штуки еще нету, и у элемента типа D такая штука унаследована от S. Обратите внимание на то, что мы вызываем вот этот init, то есть init из базового класса, но в качестве параметра ему приезжает, естественно, тот объект, который был создан, то есть объект типа C, типа S и типа D. Понятно, да? Вот тут вот хорошо видно это. То есть налицо такой совершенно прозрачный механизм наследование, когда у нас мы просто вызываем тот метод, который нам по иерархии классов первый попался. Вот. Если вы хотите изменить работу
соответствующего метода, просто напишите его заново. Если вы хотите воспользоваться работой соответствующего метода из родительского класса, вам придется немножко схитрить и вызвать этот метод не путем stir itself, а путем вот такой вот конструкции. Вам придется вызвать этот метод, как если бы он был функцией. Собственно, вам придется вызвать соответствующую функцию. Помните разницу между функцией и методом? Метод — это такая функция, помещенная в класс. То есть, когда мы смотрим на нее через класс, мы видим эту функцию просто as is. А когда мы смотрим на нее через метод, который проксирует все поля класса, через объект, который проксирует все поля класса, она превращается в метод, в котором передается первый параметр — трали-вали. Вот. Соответственно, как только мы перегрузили функцию str, ну, метод str, мы хотим, не заморачиваясь, вернуть то, что нам возвращал str от объекта класса C, но еще декорировать его вот такой конструкцией двоеточие и тип нашего объекта. Для этого мы его вызвали как функцию, то бишь метод класса C от объекта self, да, напрямую, не производя вот это проксирование, где функция становится методом, а потом добавили туда свою декорацию. И получили все как надо. Обратите внимание, что класс D, будучи прямым наследником класса S, просто воспринял все те поля, которые у него были у класса S. Такие вот дела. Значит, давайте я тут вот напишу print. Супер, и просто поэкспериментирую, потому что я этого не делал, и напрасно. Наверное, супер — это такая хорошая функция, возвращает то, что нужно. И сильно упрощает жизнь. Так. Она возвращает что-то хитрое. Ладно, тогда в следующий раз расскажу, чтобы сейчас, сейчас не проводить исследование. Надо просто не забыть, что эту тему мы потрогали и не сходили. Вот, тему функции супер. Дело вот в чем. У нас есть одна тема, которую не готов рассказывать в этом семестре. Это метаклассы, конструкторы классов. У нас есть конструкторы объектов, они называются классы. Классы — это такие объекты. Понимаете, да, куда клонил Гвидо, когда придумал метакласс? Было бы неплохо еще написать конструкторы классов. Такие вот. Интеграл такой вот. Не производный, а интеграл. Вот. Дело в том, что объяснение, зачем они нужны, требует показа, в общем, большого количества кода, а в малом количестве кода это только, ну, возникает скорее путаница, чем реальное знание. Поэтому я решил этот момент опустить, а вместе с ним опустил функцию супер. Ну, в общем, если она нам нужна, то в следующий раз я про нее расскажу. Ну, окей. Значит, с линейным наследованием, я думаю, что все в порядке, все понятно. Вот эта конструкция нужна, если вы хотите не только перебить соответствующий метод, но и воспользоваться плодами, скажем так, не перебить, а слегка модифицировать поведение вашего класса. Вы сначала вызываете соответствующий метод просто как метод класса, то есть как функцию, заложенную туда, а потом, значит, ее результаты как-то обрабатываете. Все это совершенно валидно. Как вы видите, объект соответствующего типа передаются на тот уровень, в то пространство имен класса, в котором он встретит соответствующий метод. Естественно, можно добавлять сюда свои методы, это совершенно не вопрос, и свои поля, и вообще все, что хочешь. Вот. New метод, да, там, self, ну, не знаю, там, просто self, return, self. var проценты 2, допустим. Ну вот, пожалуйста. Вот такой совершенно бессмысленный метод. И обратите внимание, давайте мы его... ну вот, s в
классе S его еще не было. Сейчас, погодите. Вот, значит, вот почему неудобно. Неудобно в этом месте писать программы. Note c.starts. Нет, просто starts with. Так мы, кажется, с вами делали. Сарц. Сарц. Сарц — это плохое слово. Вот так. Ну вот. О! Вот. Обратите внимание, что объекты C и D у нас содержат по одному, C и S у нас содержат по одному полю, а D содержит их два, и второе поле, которое var, оно, в смысле, которое new, оно вполне себе метод, который можно вызвать, ну, не знаю, там, d.new. Никто не мешает вам. А почему он не 10? А, потому что это процент 2, да, все правильно. Вот. Значит, никто не мешает вам как угодно наполнять, перенабивать, изменять и что угодно делать с полями класса. Ой, как интересно. У меня тут месседжинг запущен, надо бы его поубивать. Вот он. Спасибо. Значит, да, так вот, что угодно творить с полями класса, короче, вся вот эта машинерия наследования, она прям вот налицо. Тут есть одна хитрость, связанная именно с наследованием, которую я опустил в разговоре в прошлый раз про... Так, это я сказал. А, вот, порождение объектов. Две хитрости. Хитрость первая. Смотрите, предположим, мы пишем метод add, def add, add self и other, который будет тупо складывать поля var. Да? Return. Что мы здесь должны написать? Ну, типа c от self.var, запятая other.var. Ну, будем надеяться, что это была точка. Будем надеяться, что объект other содержит поле var. Да, плюс, конечно. Спасибо. Вот. Ну и там, не знаю, c плюс s. Ну, print. Надо было еще репр. Что, определим репр? Определим репр. Где? Вот здесь. Дев. Не, давайте так пишем. Мне лень. Все, определили реп. Мне правда лень было. Что я там сказал? C плюс S. Вот. Какого типа этот объект? Ну, очевидно, он типа C. Если бы он был типа S, у нас бы там перебитый str по-другому бы рисовался. Ну, давайте попробуем, кстати. Type от C плюс S. Ну, C. А, интересно. Опаньки. Как же так? Ну, как так? А что вы хотите? У нас есть единственный метод add, в котором, вообще говоря, написано черным по белому, что объект должен быть типа C. То есть, смотрите, мы складываем объект S, объект типа S плюс объект типа D, а результат у нас все равно объект типа C. Непорядок. Что делать? Да, совершенно справедливо. Самый простой способ — вот в этом месте применить некую динамическую конструкцию, которая скажет так. У нас приехал какой-то self, это может быть наш класс, а может быть производный, дочерний от нашего.
Давайте-ка сделаем не так. Давайте аккуратно вызовем вот этот тип нашего объекта. Type от self. Вы помните, что type — это такая волшебная функция, которая возвращает, собственно, тип, он же класс. А класс, как известно, это конструктор объекта. И вот мы сконструируем объект того типа, какого он сюда приехал. Давайте попробуем. Tins. Ну-ка. S плюс C. C плюс S. Не сработало, что не так? А, нет, сработало. Сработало. Смотрите. Давайте мы ее сюда переставим. У нас функция report, как выводила, да, надо было type смотреть. А вот сейчас мы увидим точно, смотрите. Ну или type, действительно. Ну, так тоже нормально. C плюс S. О! S плюс C. О! Смотрите, у объекта C нету вообще, объекта типа C нету вообще метода репр, поэтому он выдал вот это. И, соответственно, type от этой штуки будет, разумеется, класс C. А вот type от этой штуки, как и полагается, будет класс S. И от этой тоже. Ну, от этой, соответственно, D. Короче говоря, какой объект приезжает в качестве параметра self, то такого типа он и получается. Таким образом, мы заранее, еще в базовом классе, заложили возможность возвращать объект того типа, какого типа к нам приехал self. То есть преобразовывать в тот тип, в который мы подозреваем, что он должен быть преобразован. Вот. Это, конечно же, гораздо лучше, чем тупо перебивать все методы в таком стиле, что сначала, скажем, вызвать метод add класса C, а потом преобразовать его в тип S. Да, потом вызвать метод, преобразовать, ну, понятно. Так делать, конечно, не надо, вот этого вполне достаточно. Вот, и это что касается, вот эта штука сплошь и рядом, когда вы пишете в третьем питоне, можно унаследовать прямо от стандартных типов, берете там, наследуете от какого-нибудь словаря. И все методы словаря вам это налицо. Правда, вам тогда придется руками все перебивать. А вот если вы сами сделали какой-нибудь метод, какой-нибудь класс определили, то там вы можете заранее предусмотреть, чтобы вот такое преобразование преобразовывалось не в текущий класс, а в тот, в любой из наследований. Так. Наверное, я никого не удивлю, что, сказавши, что помимо функции из subclass, которая определяет, собственно, было наследование или не было, есть еще функция из instance, которая определяет, является ли, ну, скажем, объект C экземпляром класса C. Обратите внимание, что объект D также является экземпляром класса C тоже, потому что он сделан из производного класса. И это бывает нужно, если вы хотите ограничить, например, полиморфизм только деревом классов, как это сделано в большинстве других языков программирования. Понимаете, да? Чтобы методы применялись только к объектам данного типа или к объектам типа производного класса от данного. Тогда вы просто проверяете из instance, и если данный объект, приехавший к вам в self, является инстансом нашего класса, значит, можно его применять. Во всех остальных случаях вы жестоко ругаетесь. Вот, если хотите. Если не хотите, делайте наоборот. Вызывайте все эти методы, как получится. Да, вот нету этих методов, ну тогда, значит, будет ошибка. Вот. Точнее, исключение. Это не совсем ошибка. Обратное, разумеется, неверно. Ну, я надеюсь. Да, обратное неверно, разумеется. Объект, экземпляр родительского класса, разумеется, не является экземпляром дочерним. Вот, чтобы договорить здесь, да, чтобы договорить здесь, надо бы вспомнить еще одну штуку,
связанную с защитой полей. Помните, я чуть ли не на первой или на второй лекции грязно ругался, говоря, что слово «инкапсуляция» имеет два, в общем, плохо пересекающихся значения. Первое – это иерархическая организация пространства, ну, в данном случае пространство имен в классах и объектах. А второе – это защита полей от доступа снаружи. То есть, когда мы берем и делаем так, что поля, которые мы объявили в нашем объекте, доступны только внутри методов нашего объекта, а как только мы, значит, его используем при программировании, этих полей просто не видно поименно. В Python ничего такого нет. Вот. В Python любые поля доступны снаружи, вы можете перебить любое поле. Вот. Хорошо это или плохо? Да как сказать? Это, скажем так, накладывает больше дисциплины на программиста. То есть перебитие или не перебитие поля, то есть замещение его другим, становится предметом исключительно договоренности. Оно перестает быть предметом синтаксиса. До определенного момента, о котором я как раз хочу рассказать. Не делайте так больше, пожалуйста. Спасибо. Вот, значит... А чем бишь это я? Ах, да. Смотрите, во-первых, конечно же, хочется хоть как-то договориться о том, какие поля имеет смысл пользователю трогать. Ну, допустим, ну, не знаю, присваивать им новые значения, писать что-нибудь типа такого. D.var равняется там 10, 111. Вот. А, ну что я написал-то? Я писал какую-то ерунду. Вот. Какие-то поля пользователю можно трогать, а какие поля пользователю трогать не рекомендуется. То есть, если он захочет, то он сам себе злобный Буратино. А если не захочет, вернее так, если захочет следовать дисциплине, то пускай не трогает. По договоренности, поля, имена которых начинаются на подчеркивание, считаются самыми обычными, но такими слегка internal. Вот. Разницы никакой между полями, которые начинаются, ну, которые по-обычному называются, начинаются на подчеркивании. Просто вот такая конвенция, что если вы обнаружили такое поле в объекте, скорее всего, оно не для вас. Его придумали разработчики этого объекта. Вот. Хотя, а в остальном, в общем, все то же самое. То есть, допустим, ну, вон он, internal. Он есть, мы его можем перебить, ну и так дальше. В общем, что там, эндир у нас? А, нет эндира, он куда-то делся? Нету эндира, ну ладно, тогда не будем его еще раз писать. Короче говоря, ну вон оно, это поле internal, и чего оно означает, что оно значит, мы тоже видим. Это означает, что когда вы пользуетесь этим объектом, не надо присваивать вручную никакие значения полям с такими именами, и не надо вызывать методы, у которых есть такие имена. Когда вы пользуетесь этим объектом. И их придумали разработчики этих объектов для того, чтобы что-то работало. Это внутренние функции какие-то, которые они сами вызывают для того, чтобы посчитать что-то несколько раз. Вот. Более того, вы написали программу, которая этими объектами этими полями пользуется, а разработчики взяли и поменяли их название, потому что они вас предупреждали, что это не для вас. Вот. И ваша программа перестала работать. Или, что еще хуже, продолжает работать. Вот. Так что просто конвенция такая. Вот. В конце концов, Python очень динамичный язык программирования, динамично развивающийся. Там постоянно все меняется, и реализация конкретных типов и конкретных конструкций может поменяться в будущем, разумеется, с сохранением обратной совместимости, по крайней мере, по всем по возможности с сохранением. Кажется, между минорными версиями она не ломается совсем. Вот. Но это не означает, что там, где было специально размечено, что здесь вот обратная совместимость ломаться может,
это не означает, что она там ломаться не будет. Да, вот, вот эти самые внутренние поля, они как раз для того, чтобы было возможно сломать в этом месте обратную совместимость, и никто бы от этого не пострадал, ну, кроме тех, кто, ну, любит страдать. Вот. Ага. Вот вы очень правильную сторону смотрите. Смотрите, какая штука. А если я хочу создать такую, такую переменную, то есть проблема-то в чем? Я взял, унаследовал класс от какого-то родительского. Я его не читал, этот родительский класс весь. Да? Как это? Пост не читаю, сразу отвечаю. Ну, потому что он большой. Я его взял из него, значит, сделал дочерний класс. И давай, значит, там веселиться, создавать свои собственные поля и чего-то такое делать. А если я перебил официальный метод, тот, который начинается не на подчеркивание, значит, я этого хотел. А вот если я перебил метод, начинающийся на подчеркивание, то я, в общем, поступил честно. Я же имею право не читать внутренность класса, а читать только документацию, в которой как раз именно такого рода поля не упомянуты. И тут я трах-бах перебил поле, начинающееся на подчеркивание, какие-то внутренние кишки, значит, нашего родительского объекта внезапно стали ходить к этому полю, вместо того, чтобы ходить к тому. Ну и началось. То есть вопрос намеренного доступа к полю, который для вас не предназначен, Питон не рассматривает. Но было бы неплохо рассмотреть вопрос случайного, да, доступа по незнанию. Взяли и случайно перебили внутреннее поле. Нехорошо. Вот. И тут нам на помощь приходит костыль. Вот. Сейчас я его вам покажу. Вот довольно забавный костыль. Что будет, если я сделаю вот так? Ну, давайте мы тогда все это позакрываем, оставим только вот это. Значит, связаны вот с чем. Если при создании класса Питон видит поле, у которого два подчеркивания в начале имени, два. Как сделать так, чтобы он... Во, два, смотрите. Ну, допустим, 10, да? Dev str, dev str от self print, не print, return. Как-нибудь вот так вот, да? Точка формат self var. Ну, не знаю, будем делать init. Давайте сделаем еще init. Dev init self. Или нет, давайте не будем. Давайте не будем, пока оставим так. Вот. Пока все в порядке. Такое c равняется c, да? Print c. Пока такая конструкция ничем не отличается от тех конструкций, которые мы уже видели. Вот. Все честно. Видите, да? Все нормально. Но когда вы наследуете один класс от другого, к таким именам применяется так называемый манглинг. Они слегка извращаются. Ну, давайте сначала попробуем прямо вот сделать, как было. Здесь написать d равняется d и большое, и print d. Знаете, что сейчас будет?
Если вы питона не знаете, ни за что не догадаетесь. Внезапно у объекта типа D не оказалось метода str, и был вызван стандартный. Как это? У объекта типа C он есть. Окей, я тормоз, извините. Действительно. Что-то я. Хорошо, что вы видите это, спасибо. Значит, вы следите за происходящим. Нет, тут все в порядке. Я сам удивился. Смотрите, давайте мы попробуем... Сейчас, чтобы такое сделать-то? Допустим, метод какой-нибудь определим, типа dev mangle. Нет. Added self self.var плюс равно 1. О! Ну, как бы ничего интересного, все хорошо, все должно работать. D.add. Так. И вот тут мы нарываемся на ситуацию, что с этим именем BlaBlaVar что-то не в порядке. На самом деле мы на нее нарвались еще вот здесь. Найдите здесь имя 2_var. А нету его. Вместо него есть вот такая штука. Вот это и есть манглинг имен, которые начинаются на 2_. Когда вы определяете класс, и внутри определения класса, вы можете пользоваться такими именами свободно. Вот так, как я это сделал при определении класса. Когда вы смотрите в него из кода, то есть вообще уже когда этот код выполняется, Python имеет в виду, что мы сейчас определяем класс C. И имена, чьи идентификаторы, которые начинаются на 2_, заменяет на подчеркивание имя класса, 2_, ну и этот идентификатор. Таким образом, когда мы захотели обратиться вот здесь вот к переменной var, на самом деле мы захотели обратиться к переменной вот такой. Вот. При этом, смотрите, в этом самом, в объекте C тоже ее нету, C.var. Нет такой переменной? Поля такого нет. А есть что? Подчеркивание C, 2_var. О! Тем самым, если мы перебиваем такого рода переменные, то поскольку к ней всегда присобачивается имя класса, мы избегаем namespace clash, да? Мы можем совершенно свободно здесь писать var равняется там 100-500, и у нас не испортится вот это значение. Видите, 10 здесь. Потому что был вызван вот этот метод str. Он сходил к полю var класса C. А поле var класса D, оно другое. Да, еще раз. На самом деле ничего таинственного здесь нету. Происходит ровно одна штука. При работе, при определении класса C, все идентификаторы, все поля этого класса, имена которых начинаются на 2_, претерпевают некое мелкое извращение. Мелкое извращение состоит в том, что к ним вначале приписывается подчеркивание имя класса. Все идентификаторы, которые будут в классе D, претерпевают такое же мелкое извращение. Так что вместо того, чтобы ходить к одному и тому же полю и, соответственно, его слегка перетирать, вот, мы ходим к разным полям, и, соответственно, они не перетираются. Мы даже отсюда можем, на самом деле, написать вот так вот. О! А это убрать.
Но мы теперь точно знаем, какое мы поле. Вот это случайно так написать нельзя. Но разве что у вас такая запредельная фантазия, что вы действительно выдумали переменную с таким именем. Вот. Ну, тут уж извините, как бы, если очень тщательно целиться, можно выстрелить себе в ногу, ну, там, при любых обстоятельствах. Вот. Я так думаю, что сейчас будет таки D11. Ну, в смысле, мы не вызвали этот самый. D.ant. И вот теперь print D, и там будет уже 11. Вот. Ну, давайте можем здесь написать, чтобы было понятно. D.ant. Print D. Да, конечно. Точнее, бла-бла тоже начинается с буф. Да. Но... Ну, понятно. Значит, это, его нету в списке собственных... Смотрите. D.dict. Да, это то, что вам предоставляет система. Это имена, которые, когда вы определяете, они выполняют системные функции. Вот. Хотя нет, погодите, z-dict есть? Что-то я соврал. Соврал. Сейчас. C равняется C. Да, похоже на то. Видите? Что-то я не понимаю. Ну, в дикт ведь попадают те, которые не с подчеркиванием. Угу. Так. А, у вас был вопрос такой, почему C не претерпела манглинг, да? Почему бла-бла-стыр не претерпела манглинг? Черт его знает, вот у меня, скажем так, почему он не претерпел манглинг, понятно, да, потому что это стандартный метод, который занимается эмуляцией, в данном случае, преобразования в строку. Вот. Вопрос другой. А если я, допустим, напишу что-то очень похожее, но не являющееся стандартным методом? Получится ли манглинг или нет? Я думаю, что да. Где он там? Ага. Может быть, два подчеркивания на конце отменяют. Что? Два подчеркивания на конце. Это такой костыль для костыля. Антикостыль такой. Проверяем. Антикостыль. Слушайте, правда, я мог ошибиться, а вы могли быть правы. Yes, вы правы. Ну что ж, в свою очередь, это тоже, в общем, ну как бы, смотрите, если уж мы решили играть в эти самые, в костыли с именами, то надо, чтобы он был красивый, отшлифованный костыль этот. Вот. Таким образом, манглингу подвергаются только имена, которые начинаются на два подчеркивания, но не кончаются на два подчеркивания. Ну, давайте уж тогда. А на одно. На одно тоже. Ну, в общем, два... Вот, да. Ну, окей. Спасибо за вопрос. Видите, мы как разобрались. Значит, еще раз. Эта мера нужна для того, чтобы, когда вы предоставляете пользователю, программисту, класс для того, чтобы он из него делал свои производные классы, чтобы он случайно не затер какие-то нужные вам поля. Эти нужные вам поля либо вы декларируете как нужные пользователю, и он про них читает документации, либо начинаете на два подчеркивания, и, как мы только что выяснили, не заканчиваете на два подчеркивания. И тогда он их так просто не сможет перебить, если только очень сильно не захочет. Вот такие дела. Не буду слишком много распространяться про множественное наследование. Просто покажу
где прочитать про него. А что такое множественное наследование? Ну, расскажу в трех словах. Это, в общем, довольно очевидно же. Там начинаются неочевидные вещи там, где они не очевидны, где их тяжело объяснить. Так, это мы сохраняем. А, ну это я даже выполнил случайно. Так. Да. Ну вот, значит, дай-ка мы закроем вот это окошечко. А вместо него откроем вот это окошечко. Ну, конечно. Удобство такое на грани фантастики. Вот. Множественное наследование — это ситуация, когда у вас есть класс, который наследует свойства сразу нескольких классов других. Ну, допустим, А. И класс С, который наследует, это был слово класс, который наследует от обоих. Ну, не знаю, еще одно. Вот. Так. Тут один питончик надо закрыть, вот этот. Смотрите, создаем объект класса А. Да? У него есть одно поле. Ну, давайте так. Да, лишнее. А, понятно, это у этого, у него нет ни одного поля. Мы же не создали, это поле класса. Вот она, var1. Вот, создаем объект класса B. Ну, значит, A, точка, A, сейчас не сюда впишу. A, точка, var. Вот она. Создаем объект класса B. B, точка, fun. У него есть одно поле, это было B, точка, fun. У него есть одно поле, это функция fun. Вот она. Да что ж такое, тут с клавишами что-то не то. Да? Не вижу. А, вон она. Да? Создаем объект класса C. Ну вот, и у него должны быть и то, и другое. Вот они. Вот. Тем самым мы можем пользоваться свойствами как одного объекта, так и другого. Естественно, класс C является подклассом и А, и Б одновременно. Объект типа C является объектом одновременно классов A, B и C. Вот. Что еще? Вот. Ситуация, когда у родителей есть одинаковые поля, если бы что еще хуже, ситуация, когда у родителей есть одинаковые методы с одинаковыми именами. На самом деле настолько запутаны, что вот в некоторых языках типа Java множественное наследование просто запрещено.
Вот. Оно начинает быть запутано не тогда, как вот не так, как у нас сейчас. Есть два совершенно независимых класса. Мы их взяли, слили в один. Ну, в конце концов, определите некий алгоритм прохода по дереву всех этих вот полей. Да? И, ну, пускай, не знаю, последний выживает. Вот последнее поле с данным именем залипнет в namespace. К сожалению, этот алгоритм не работает, если у вас наследование такое представляет собой не дерево, а граф. У нас есть класс А, класс Б, значит, вернее, нет, есть базовый класс, от него унаследовано два разных класса с модификациями, а от них унаследован один класс. Да, ромбическое наследование. Вот, и вот... С этим есть некоторые проблемы, с этим ромбическим наследованием, по-моему, в терминах, не знаю, в каких терминах, extents, это что у нас? Java, C++? Ну да. Вот. Видите, да, какая волшебная вещь? Совершенно непонятно, по какому принципу приезжают поля в вот этот класс O. А нет, наоборот, в класс Z, да, он тут от всех зависит. Тут стрелочки указывают на родителя. Вот это вот описание алгоритма линеаризации. Вот. По-моему, в Питоне гораздо проще описан алгоритм линеаризации, сейчас посмотрю. Вот. В общем, идея какая? Что простейший обход вот этих полей со словами «выживает сильнейший», то есть выживает то поле, значит, которое мы там последнее посмотрели, или, наоборот, то, которое мы посмотрели первое, он не работает в случае вот такого замкнутого множественного наследования, потому что у вас может так случиться, что у вас будут, ну, получится такая солянка. У вас некоторые функциональности приедут из одного класса, а некоторые из другого, в зависимости от того, как организован вот этот ваш обход. Поэтому этот обход надо очень строго алгоритмизировать. Вот. И вот этот самый C3 метод, он как раз это делает. Вот тут Askiart с питоном. Вот тут, значит, постановка задачи. Вот у нас два наследника, видите? Опять питон. И дальше определение, как работает метод resolution order, то есть по какому принципу мы перебираем все эти классы на предмет того, чтобы найти в них соответствующий метод. Идея состоит в том, что... В чем стоит идея? И так каждый раз. И тем самым мы делаем обход дерева, вернее, не об дерево, а обход графа. Причем, если не ошибаюсь, вглубь. Чтобы не получилось так, что вы дошли до конца этого наследования, а потом вылезли наверх и там обнаружили перебитый метод. Вот. В общем, еще раз говорю, что разумный... Да елки-палки. Разумный пример таких наследований за fixed time привести не удается, поэтому всех отсылаю к этим двум статьям. Если мне не изменяет память, возможно, я ошибаюсь, принцип там такой, что у нас происходит... там используется один из методов линеаризации дерева, то есть обхода дерева, думаю, что вширь. Да? Потому что если мы будем обходить вглубь, то у нас получатся довольно неприятные последствия. Вот. Ну, может, и вглубь, не знаю, надо посмотреть. Вот. Короче говоря, один из методов обхода, превращения дерева в список, вот, обхода вершин дерева. И предполагается, что этот метод нас кое-как обезопасит от... А, вот тут другие способы, видите, описание того, как не надо делать. В общем, почитайте эту статью. Я сейчас не готов пересказывать, вот, как именно это происходит. В реальной действительности довольно редко приходится делать вот это ромбическое наследование. Потому что если вы сливаете способности двух различных классов, скорее всего, ну, они различные. Хотя, может быть, и нет. Да. А узнать можно как, что получится?
Да, есть, есть этот самый, есть функция MRO, которая... метод resolution order, которая, собственно, описывает... ты выдаешь классы, она... Ну, давайте, может быть, вот тут посмотрим, да? Где тут питончик? Питончик. Вот он. MRO. Есть такая штука? Нет, нету. Давайте тогда поищем, где она в питоне лежит. Вот, которую ты скармливаешь классы, она тебе рассказывает, по какому принципу она будет просматривать их поля. О! Есть модуль, который называется класс, специально для этого дела организованный, для того, чтобы его... это модуль? Или это просто описание класса? Ну вот, это метод класса, MRO, вот оно что. Значит, нет, я соврал. Это метод, когда вы сами можете перебить метод resolution order, ужас какой. Не делайте этого. Мама дорогая, в 3-3 питоне появился. Нет, раньше было. Круто. Слушайте, не знаю. Давайте этот вопрос отложим на следующий раз, потому что я действительно не очень понимаю, как это работает. Я думаю, что какой-нибудь инспект. Хорошо, значит, давайте мы это тоже запомним, потому что вопрос интересный. Вопрос интересный. Ладно, значит, поскольку я действительно в этом не очень разбираюсь, давайте на сегодня с множественным наследованием закончим, потому что, ну, правда же, эта вещь довольно странная. А лучше я разберусь, расскажу вам еще одну штуку, в которой я не разбираюсь. Вот. Значит, штука эта вот какая. Когда мы с вами проходили как это правильно сказать, самое начало объектной модели питона, был разговор, что в питоне объектная модель очень простая. Есть словарик с полями, вот этот самый точка дикт. Вот. И, собственно, вся машинерия доступа к полям объекта состоит исключительно в том, чтобы модифицировать этот дикт. И мы даже это делали пальцами. Помните, если этот дикт там вставит значение, то у нас появится поле. Если его изменить, то оно изменится. Если удалить, то оно удалится. Такая конструкция на самом деле довольно, как это называется, fragile, довольно хрупкая. Вот. Взяли, удалили поле у объекта. Очень хочется вместо этого воспользоваться механизмом, который предлагают некоторые другие языки программирования, а именно, что поле как таковое реализуется так называемыми геттерами и сеттерами. Помните, да, что значит, вот есть метод get и метод set, который устанавливает значение поля удалит. Вот. Так вот, в питоне, дайте-ка я подгляжу на подсказку, ну вот тут прям целиком подсказка. В питоне... Не, копипастить не буду, лучше нарисую так. Вы можете задать объект, у которого будут методы бла-бла get, бла-бла и бла-бла set, бла-бла, ну еще бла-бла delete, бла-бла. И если этот объект является полем какого-то другого объекта, какого-то класса, то работа с этим полем будет организована слегка по-другому. Ну, давайте мы это сделаем. Сначала мы определим собственно, сам дескриптор. Такого рода объект называется дескриптором. Значит, у него должен метод быть set, self, объект, частью которого этот метод является, и значение. По-моему, так. Вот. Ну, давайте здесь, допустим, print напишем. Set значение of
значение объекта вот такого. Так. Точка формат. Вал. Ош. Смотрите, в чем идея? Наш вот этот дескриптор будет являться полем другого объекта. Когда мы будем его вызывать, методу set приедет сразу три параметра. Это сам дескриптор, тот объект, полем которого он является, чтобы можно было какую-то логику здесь реализовать, ну и, собственно, значение. Ну, давайте это значение какое-нибудь, что-нибудь с ним сделаем. Допустим, здесь, допустим, что-нибудь типа var равняется нулю, а здесь var равняется val. Только serve var, естественно. Вот. Значит, set, get, self, объект, полем которого он является, и класс того объекта, полем которым является тот объект, который к нам, полем которого мы, вернее, экземпляром которого является тот объект, полем которого мы являемся. Зачем нужен класс еще знать? Ну, для того, чтобы можно было понять, какие у них между ними там взаимоотношения. Вот. На самом деле, еще для одного, но про это я расскажу уже в следующий раз, а то мы совсем запутаемся. Вот. Значит, наличие метода get, set и еще, возможно, delete, на всякий случай его тоже сделаем. Так, тут напишем get. И тут to. Нет, не так. Ту. Вот. Нет, не ту, просто get. Да? Во. From. И напишем класс еще. Класс. Вот такой. И здесь напишем, соответственно, общ и класс. Во. Вот. Значит, опять-таки, сделано это исключительно для удобства, да? Мы, нам передают не только объект, полем которым мы являемся, но еще и класс, так, на всякий случай. Ну и давайте еще дел какой-нибудь сделаем. Ну, по-моему, self. Вот тут я не помню, давайте подсказку посмотрим. Только общ. Чей объект? Общ. Ну, здесь ничего делать не будем. Нет, давайте напишем. Ага, спасибо. Этого никто бы не заметил, поскольку он один, но все равно нехорошо. И вообще вот так надо делать, да? Еще раз повторяю, вот этот объект, типа дескриптор, это то, что должно быть полем нашего класса. Если оно является полем нашего класса, у нас внезапно по-другому работает доступ к соответствующему полю. Ну, давайте определим какой-нибудь класс C. Это класс, слово было. Класс C. Здесь напишем field равняется дескриптор. Деск, да, спасибо. Ну, даже не знаю. Ну, вот, наверное, этого хватит. Нет. Тут еще я тут вставил вот такую штуку. Давайте мы ее скопипастим просто тупо. Вот сюда. Давай же. О! Вот, только надо, да. Значит, ну, чтобы было видно, чей объект, поле какого объекта, вернее, с какому объекту мы сейчас обращаемся. Да. Черт. Понятно. Вот. Ну, будет еще одно поле. Таким образом, у нас у объекта класса C после его создания будет два поля. Только одно будет поле, а другой будет дескриптор. Вот, и оно чудесным образом, ну, давайте мы вот так вот его запустим. Вот. Давайте посмотрим, что получилось. Создадим объект типа C.
с именем, ну не знаю там, Бебе, принц С, Бебе, дир АЦ. Все четко. C.dict. Не сюда, сюда. C.dict. Что там будет? Только бла-бла, дикт-бла-бла, конечно. Ну, одно там будет поле. Name, которое мы задали так, да? А field — это поле класс. И вот теперь, собственно, отличие. Отличие ровно одно. Помните, что бывает с полем класса, если мы вешаем такое же поле на объект? Оно просто занавешивается полем объекта. Вот. Вот если у вас в классе есть дескриптор, этого не происходит. Это единственное различие. Ну и, соответственно, когда это не происходит, у вас вызывается вот эта штука. Если мы напишем сейчас var, c.var равно, ну скажем, 100-500, упс. А, флоды. Какой вар? Флоды. У нас вот поле, да? Сейчас, секундочку. Тогда давайте его еще раз пересоздадим, чтобы это вар нам не мешал. Да? C.флоды равняется 100-500. О! Вот в этот момент возникает альтернативный способ работы с, я бы даже не знаю, как это сказать, с полями объекта, которые не поля, а дескриптор. То есть вместо того, чтобы, как в случае, вот, например, этом, навесить в наш объект еще одно поле, самым обычным образом, воспользоваться нашим объектом как namespace. Доступ к соответствующему полю, которое вы определили как дескриптор, именно потому, что у этого объекта есть set и get и delete, обеспечивается с помощью соответствующих методов set, get и delete вот этого самого поля класса. То есть вот эта операция не перебивает поле класса, не превращает его, не навешивает дополнительно внутрь объекта C поле объекта, а вместо этого, видя, что это дескриптор, ходит к нему. В чем бонус? Ну, очевидный бонус состоит в том, что теперь вы присваивание и отдачу поля можете, значение поля можете как-то контролировать. Например, вы можете в метод set вставить исключение, типа нельзя писать, и у вас будет такое read-only поле. Вот. Второй бонус состоит в том, что в результате у вас не плодятся namespace внутри объектов. Вот смотрите, классическая питония модель говорит о том, что как только мы заполняем поля объектов, они там, значит, как только мы заполняем поля объектов, создается и пухнет словарь с этими полями. Просмотр по словарю, в общем, операция, ну, сколько-то весящая. Вот. Если в словаре объекта соответствующее имя не найдено, мы идем выше и ищем в словаре класса. И дальше вверх-вверх-вверх по иерархии класса. Так вот, если вы определяете дескриптор, у вас просмотр сразу лезет в словарь класса. Он прямо на него смотрит, там есть, у вас там есть этот самый getSet, значит, это поле класса, оно хорошее, годное, все, можно дальше ничего не делать. Вот, соответственно, ну, тут get надо было вернуть, конечно. Надо было вернуть self.var, да? Да, и тогда у нас было бы все более правильно. C равняется C. Что там? А, его надо было с именем. Надо с именем. Да? OBG. CT. Вот так. Что? Скобочку не закрыл. Да. Вот.
C. Что там? Флуды? Ноль. Видите? C точка флуды равняется флуды. И эта точка, что-то я сегодня равняется, ну там, 100-500 наши любимые. C.флуды. Вот. А? Значит, наш дескриптор знает все. Он знает, из какого объекта происходит выемка, да? Какого класса этот объект. Ну и дальше оно работает. Да. А если обратиться к полю класса? Вместо объекта просто приедет ноун. Я не хотел про это рассказывать, но, видимо, зря, потому что вы задали этот вопрос. Вот, видите, да? Значит, ну опять же, все честно. Значит, если мы облатились к классу, то у нас нету никакого экземпляра, с которым мы работаем, соответственно, приехал бит. А вот попытаться что-нибудь присвоить, я даже не знаю, что получится. А я знаю, что получится. Все. А, нет, все еще хуже. Ну все, мы перебили поле класса, там был дескриптор, а теперь там обычная константа числовая. Сами себе злобный Буратино, делать так не надо было. Вот, смотрите, да, вот если стоит вот сюда вот вставить вместо вот какого-то логики просто исключение, написать вот, давайте прям вставим исключение, да, и, кстати, мы сегодня поговорим об исключениях, и на этом как раз закончим. Race value error. На самом деле какой-нибудь другой error, ну да ладно. О! И у нас получится довольно забавная вещь. У нас получится, объект, у которого есть редонли поля. Ну, там с именем. C равняется C редонли. C.var. Нет. FLD, да. Все время забываю. FLD. C.FLD равно нулю. Бабах. И вы еще перебить никак нельзя. Вы можете написать специальный метод, который будет модифицировать значение этого поля. Можете легко. А вот руками перебить не можете. Такое дело. Давайте, чтобы вот это место закончить, проверим, что у нас сейчас C dict. Видите, там нету этого FLD. Давайте вот туда вот таким образом добавим. Вот оно теперь там есть. C.dict FLD. Но, как я уже говорил, операция с дескриптором имеет более высокий приоритет. Если в вашем классе определен дескриптор, поле объекта под названием FLD уже значения не имеет. Именно это, кстати, и как бы слегка увеличивает скорость работы. То есть, если мы напишем вот так вот, мы получим все ту же функциональность. Опять-таки, дополнительно это играет роль защиты, то есть если мы даже перебили вот таким вот способом наше поле объекта, то при нормальном работе с этим полем будет работать дескриптор класс. Вот. Да. Мне кажется, можно, но потом вам придется их оттуда вручную вызывать. Ну, давайте попробуем. Кто мешает нам это сделать? Так. C равняется C от куку? Нет,
плохое название. C.fld работает. C.fld. Ку-ку. А мы к нему и обратиться по-человечески не сможем. Понимаете, да? CFLD нам уже вернуло вот это вот, getter приехал. То есть вы определить-то его определили. А через класс можете, конечно. Кто мешает-то? Ой, тоже не можете. Ну вот, тем более. То есть, смотрите, да, другой, более жесткий способ работы с атрибутами класса. И через словарь класса. Видимо, да. Вот, что за очень дальнее ухо. Я даже пробовать не буду. Можете попробовать сами. Вот. Давайте мы попробуем все-таки успеть еще поговорить чуть-чуть про исключения, а то что-то мы заболтались сегодня. Тут в плане ничего нету, но с исключениями в питоне, в общем, довольно просто, хотя я хотел все-таки бы привести примерчик такой разумный про исключение. Сейчас я посмотрю, нет ли его... То я зря сюда лез. Нет ли его в сети? Ну, наверное, нету. Так. Не вижу. Это в тьюториал. Ладно, давайте пешком в тьюториал посмотрим. Значит, пока мы будем говорить про это дело, давайте немножко теории. Да? Даже не теория, а разговора про исключения. Значит, зачем вообще нужны исключения в питоне? В языке программирования? Они выполняют две функции исключения. Во-первых, это такие ошибки, которые можно программно обработать. Я довольно много говорил о том, что в питоне это не совсем так, но, возможно, я был неправ. Почему? В питоне все-таки довольно частая ситуация рантайм ошибки. То есть вы написали программу таким образом, что она внезапно перестала работать. Мы с вами уже на этот счет много смотрели. Смотрите, написали функцию, которая что-то вычисляет. Вот. Написали ее, она не работает. Хорошо, вызвали вот так вот. Она все равно не работает. Написали вот так вот. Она работает. То есть компилятор, штука, которая проверяет синтаксис вашей программы, не способна выловить все те ошибки, которые у вас возникнут при исполнении. И более того, поскольку у вас интерпретируемый язык, их будет очень много, ошибок выполнения будет очень много. Поэтому, в принципе, вы можете... Так, это надо все закрывать. В принципе, вы можете исключение обработчика на ошибок. Ну, смотрите, давайте определим функцию, в которой мы... Будем вызывать ошибку. Ну, за это print zzz. Вот ее-то и нет. Да? Try fun. Пытаться получить fun, да? Только не здесь. Вот так. Try fun. Except. Print. Упс. Ну и print куку. Значит, если бы мы сейчас вот вызвали функцию fun просто так, вот здесь вот, то мы бы получили сообщение об ошибке, которая вот. Что функция fun, которая была вызвана из нашего текущего модуля,
Есть вторая строчка, в которой написано вот это вот, а вот это вот вызывает name error, потому что идентификатора 4z не существует. Та же самая картина, если мы оборачиваем это в клаузу try-except. Вот сюда нам приехало исключение, мы можем даже понять, какое. А как, кстати? Не помню. Как поймать это исключение? Ну, тут можно его по типу поймать, это понятно. Как его поймать как что-то? По-моему, они все... А, я знаю. Сейчас, я знаю. Cleanup. Нет, раньше. Exception, во. Кажется, все то же самое. Здесь можно написать SE, если мне не изменяет память. Да, и вот тут написать можно E. О, смотрите, мы что сделали? Мы в клаузу except поставили, какого именно типа исключения мы будем ловить. Вот тут, почему я про исключение начал рассказывать, у меня кончилось время. Ну что, переносим на следующий раз, чтобы на свежую голову. Ну, видимо, да. Ну, потому что, смотрите, с исключениями там довольно все интересно, вот, а мы буквально их только начали. Хорошо, тогда давайте еще раз. Если у вас есть какие-то вопросы по части наследования и по части этих самых дескрипторов, вот, то задавайте. В следующий раз тогда мы добиваем исключения. Вместе с исключением мы добиваем еще кусочек объектной модели, связанный с, полями, с методами класса, статическими методами и со штукой, которая называется декоратор, который позволяет все это определять. И на этом та часть Питона синтаксическая, про которую я хотел рассказать в этом семестре, закончена. У нас еще остается одна или две лекции. На одной из них я точно расскажу про всякие файлы, типы данных и про все, что относится уже не к синтаксу Питона, а к работе с внешними данными, про которые я не смогу сделать задачки на Edge. Вот. Задачки, видимо, сегодня будут последние. Уж не знаю на что, наверное, на дескрипторе. Вот. И на наследование, конечно. И, по-моему, у нас на этом это был третий год нашей эры. Первое, восьмое, пятнадцатое, даже не знаю, 15-го можно еще делать лекцию или нет? Можно, наверное. 20-го начала, да, у нас зачетная сессия. Ну, значит, у нас остается три лекции, две из них я точно знаю, про что будет, а последняя, я думаю, будет обзор того, что вообще умеет Python в принципе, и того, что мы, чем мы с вами будем заниматься в следующем семестре, вот, а также сведения об экзамене. Вот. К этому моменту уже будет две недели, как не будет домашних заданий, да, или нет, 15 числа последнее домашнее задание. 8 числа истекут последние домашние задания, да? 8-го. Вот сегодня будут последние, закончатся они 8-го, значит, 15-го уже будет все про них, я надеюсь, что будет про них более-менее известно, и мы дальше там посоветуемся о том, как устраивать экзамен. Вот такие у нас планы на будущее. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, всем спасибо.